Молодца! Рад стараться, товарищ майор! Вот, Корчевский. Пришел к нам полтора года назад после консерватории. Да ходяга. Без специальности. Кроме скрипки вообще ничего в руках не держал. А теперь... Молодца. Ну-ка, еще покажи. Есть, товарищ майор. Молодца. Рад стараться, товарищ майор! Ну вот что, Корчевский. Я не знаю, что там про нас говорят в этой вашей консерватории. Но в армии тоже люди. И вот тебе, Корчевский, за успехи в боевой подготовке и в честь праздника подарок от командования части. Эх! На! Держи! Паганини! Это же скрипка. Это скрипка. Это скрипка, товарищ майор. А ты как думал? Спасибо. Спасибо вам огромное, товарищ майор. Ну, давай. Покажи, что умеешь в честь праздника.